Меня зовут Олег Карцев. Мы на Мальдивах, и я вам должен рассказать короткий брифинг, как правильно первый раз погружаться с аквалангом. Но у меня немножко здесь шумно, тут летают самолеты, плавают какие-то лодки, вот, но зато у меня есть волшебный микрофон, поэтому меня вы должны хорошо услышать. Итак, погружаясь под воду, мы сталкиваемся с большим давлением под водой. А это означает, что каждый метр добавляется одна атмосфера давления, то есть на 20 метрах у нас будет 3 атмосферы, на 30 метрах 4 атмосферы. Вы же будете нырять всего лишь на глубину до 12 метров, вот. Но у вас тоже будет закладывать уши. Когда вы погружаетесь, покажите своему инструктору, что у вас заложило уши. Продуваться надо каждый метр. Что такое продувание? Зажимаем свой нос и дуем самого себя, что-нибудь немножко отпустило наши уши. Погружаясь под воду, каждый метр мы должны продуваться. Можно шевелить челюстью, лево-право, зад вперед. Это все поможет приоткрыть вот эти вот трубочки, которые находятся у нас в носу, называются евстахиевы трубы. Подпустить чуть-чуть туда воздуха, и все будет хорошо. Вот просто от того, что мы долго-долго находимся под водой, через 3-5 минут у вас уже уши отпустят. Погружаясь с акваланга, вы не должны нырять туда-сюда, потому что вашим ушам будет больно. Закладывает первые 5 метров, глубже 5, ваши уши, ваш организм перенесут некоторые болезненные ощущения уже проще. Второе, третье погружение уши уже не столь сильно закладывают. Подводные сигналы, которые будем общаться. Подводный сигнал, окей, вверх, вниз, что-то не в порядке, резерв. Очень любят вот этот вот сигнал, да, девчонки из Казахстана, называется кирдык, воздух закончился. Дело в том, что ныряя с аквалангом, воздух просто так у нас никогда не закончится. Вот, с вами ныряет профессионал, который будет смотреть показания вашего манометра, и как только стрелочка дойдет до цифры 50, у вас будет резерв для того, чтобы комфортно подняться на поверхность. Ваше погружение займет примерно 35-45 минут, потому что новички всегда имеют такую особенность издышать воздух быстрее. Когда мы плывем с аквалангом, наше тело располагается горизонтально, и мы работаем ногами от бедра. Мы не размахиваем руками, потому что рыба боится. Мы не размахиваем руками, потому что увеличивается наш расход кислорода. Всегда ныряют в паре. Первый идет инструктор, позади идут те, кто первый раз погружается с аквалангом по программе дискового скупа. Это очень важно помнить. Вы должны будете сделать несколько упражнений. Первое упражнение – упражнение с маской. Но нужно запомнить, что в маске всегда будет вода. Идеальных масок не бывает. Если в маску попала вода, ничего страшного. Берете два пальца, прижимаете к верхней части маски. Во рту у вас будет регулятор. Делаете вдох ртом и выдох носом. И водичка вся выйдет через нижнюю часть маски, которая не лежат. Рекомендуется также смотреть немножко вверх, чтобы вся вода собралась в нижней части маски. Делаете долгий вдох ртом и выдох носом. Как будто поете носом песню, вся вода из маски выходит. У меня, к сожалению, нет поблизости акваланга. Вот, у вас будут еще несколько упражнений. Первое упражнение. Вот, у акваланга есть два шланга вторых ступеней, которые вставляются. Вот, достали первую ступень, да, вот черную, с которой дышает загубником, пустили пузыри. Почему? Потому что аквалангист, когда ныряет, он никогда не задерживает дыхание. Поднесли регулятор ко рту, и у вас есть два действия на выбор. Дунуть в этот загубник или нажать на кнопочку, которая находится спереди коробки второй ступени. Нажали на кнопку, через нижний клапан второй ступени вся вода, которая у вас оказалась в вашем регуляторе, она просто-напросто из регулятора вылетит, и можно спокойно делать. Это первое упражнение. Второе упражнение. Выкинули регулятор. Ну, что случилось, например, там, да, вот, ну, потеряли регулятор под водой, и он никуда от вас не денется. Берем, достаем рукой до колена, до баллона, руки вместе, и абсолютно все регуляторы с правой стороны будут у вас. Взяли, вставили регулятор в рот, нажали на кнопочку или дунули туда, и делаете осторожно вдох.
Еще одно упражнение, которое, как правило, нужно делать при выполнении программ низкого скубодайвинга, это подышать с альтернативного источника напарника. Дело в том, что у инструктора, вашего напарника, есть еще второй регулятор, вставляется в рот, длинного цвета, он называется октопус, его шланг 140 сантиметров. Вот, вы можете оборвать его, этот октопус, который находится в треугольнике спереди любого аквалангиста пади. Вот, взять, вынуть свой регулятор и попробовать подышать с октопуса напарник. Выполнив 4 упражнения, вы можете погружаться с аквалангом на глубину не более 12 метров. Ну и не забудьте, что вам нужно будет заполнить специальную форму Discover Scuba Diving, где вы должны везде ввести ответики «нет-нет-нет», только по-английски «no-no-no-no-no». Если где-то будет «yes», то вам нужно будет обращаться к доктору, а это нежелательно. С вами был я, Олег Карцев, Мальдивские острова. К сожалению, удаленно, меня попросили снять этот ролик мои друзья. Подписывайтесь на мой канал, обязательно лайкайте, записывайтесь, приходите на курсы дайвинга. Счастливых погружений! Количество погружений должно равняться количеству благополучных всплытий.